Всем привет, вы на канале ВАКТВ, и сегодня мы вам расскажем о такой штуке, как выход на 2. Ну, думаю, вам будет это интересно, поэтому продемонстрируем, как это вообще выглядит. Опа. Коротко о выходе на 2. Это отличная альтернатива подтягиваниям в принципе в любом хвате. Мы, как легкоатлеты, делаем иногда его на замену тем же самым подтягиванием, потому что он несет в себя больше силовой дисциплины. Это отличное силовое упражнение, которое развивает верхнюю группу мышц, то есть плечевой пояс, торс, как раз то, что входит в нужды легкоатлета, так же, как и ноги. Ибо хорошие плечи, хорошие руки придадут вам дополнительное ускорение на старте. Будете бежать быстрее. Но это не точно. В первую очередь, видео само будет полезно тем, кто никогда не сталкивался с выходом на 2 или слышал о нем, но никогда не делал его, не применял. Мы вам расскажем такие, как базовые подготовительные упражнения для этого маневра с турником, скажем. Вам будет полезно и интересно, мы надеемся. Как и любое силовое упражнение, выход на 2 несет в себе, в первую очередь, силовую нагрузку. Вам нужно будет для начала укрепить свой хват. В принципе, мы каждому упражнению советуем, перед тем, как начинать что-либо делать, проведите хорошую тщательную разминку. Касательно выхода на 2, ну, это не такое сильное упражнение, как с той же штангой, как мы однажды снимали, но, тем не менее, стоит перед использованием турника хорошо размять свои кисти и верхний плечевой пояс, ибо бывает во время упражнения, когда человек задействует ту или иную группу мышц, она приходит в резкое сокращение, и у вас может возникнуть судорога. Да, это довольно редкое явление, но оно, к сожалению, бывает. Поэтому лично мой вам совет перед таким упражнением, перед работой, в принципе, с турником, сделайте хотя бы 30 отжиманий. Можете даже сделать больше, если вы сильнее. Хуже от этого вам не станет, конечно. Сделайте пару подтягиваний за голову и просто широким хватом. Это поможет немножко прогреть мышцы верхнего плечевого пояса и чуть-чуть разработать ваши суставчики. Перейдем к самому упражнению выхода на 2. Выход на 2 в первую очередь начинается с выхода на 1. Вы, скорее всего, слышали, даже видели это упражнение, но все равно мы вам его покажем, как оно делается. Прежде чем, скажем, практиковать выходы на 2, научитесь делать выход на 1 на обе руки. Ну, неважно, с какой руки вы начнете, но желательно уметь их делать на обе, то есть или на правую, или на левую. Как это делается? Закинуть локоть, укрепить его и, собственно, выйти полностью самому. Так же самое сделайте на левую руку. Раз и два. Не забывайте во время этих упражнений, когда вы закинули уже сам локоть на вершину, следующая ваша задача — это перевалить свои плечи за линию турника. То есть вы выкинули локоть, вы поставили его, вот ваш, скажем, турник, вы вынесли его на определенный градус за турник, и дальше ваша задача — выдавить себя туда, плечами желательно. Если вы уже освоили эти два упражнения как выход на один, следующий мой вам совет — это научиться сделать подтягивание так называемой бабочкой. Что это такое? Когда вы подтягиваетесь до определенного уровня турника, то есть до груди, ваша задача — просто сделать руки, как бабочка крылья делает. То есть попытаться их выкинуть локти вперед. Возможно, на этом этапе у вас будет получаться резкий выход на 2. Ну, я могу вас только поздравить, это как бы первые корни, первый успех. То есть, в принципе, она выглядит таким образом. Не бойтесь, если во время таких видов подтягиваний вы будете резко вылетать с турника и биться грудью. Это вполне нормальный опыт, это вполне естественно. В дальнейшем это вам, скажем, даже очень поможет и пригодится. Одним из вспомогательных упражнений в выходе на 2 это является подтягивание до груди. Как это выглядит, мы вам покажем. Это обычное подтягивание, просто главное сделать рывок до груди. Ну, желательно сделать это силой, а не ногами или резко отпрыгнув от земли. Во время подтягивания до груди старайтесь своей кистью постараться поравнять локоть вместе с турником, то есть сделать параллельно ему. Ну, если там на видео будет видно, это выглядело примерно следующим образом. Мы подтягиваемся, как обычное подтягивание, дальше включается ваша сила. И вы выкидываете себя на уровень турника. Можно выше, если вы сильный, тогда вы сделаете прям выход на 2 сразу.
Но если вы слабенький, или вы просто не умеете, и ваше тело не адаптировано к таким нагрузкам, поэтому мы советуем начинать именно с такого. Следующим упражнением, которое поможет вам освоить сам выход на два, является некий симбиоз подтягиваний и планки. Название этому я не знаю, но выглядит это примерно следующим образом. На видео, когда будет разбираться данное упражнение, обратите внимание на постановку ваших локтей, кистей, а также ладошки. Нет, в принципе, смысла ставить широко руки, это вам никим толком не поможет. Возможно, даже только усугубит ваше мастерство обретаемое. Конкретно по упражнению. Ставьте руки, мой вам совет, в принципе, по ширине своих плечей. Чуть-чуть шире, чуть уже, это, смысла особого не имеет. Главное, не ставьте вот так вот, как ласты. Поставили руки на равне своих плечей. Дальше локтями коснулись земли. Не бойтесь, если ваши носки будут скользить вслед за вами. Главное, не помогайте себе ногами. Не толкайтесь носочками или чем-нибудь еще. Поставили руки. Постараемся силой просто себя выталкивать, как бы. Не лететь вперед, а сделать именно силовое поднятие своего веса и перенос его вперед. Можете, как в таком положении находясь, крутить руку на 90, как вам угодно. В принципе, чем сильнее вы себя сможете оторвать локтями от земли и поднести выше свои плечи, это будет только большим плюсом в освоении выхода на два. Так как, еще раз повторюсь, выход на два, особенно силовая его часть, это поднятие до уровня турника, то есть поравнять с грудью его. Дальше это кистью постараться себя закинуть и перевалить плечи за турник, а дальше уже просто силовое упражнение выхода. И, наконец-то, финальное, мы показываем вам именно сам выход на два. Есть, соответственно, много вариаций его. Некоторые люди делают его с помощью ног, с помощью толчка, прыжка, как угодно. Но самый интересный, на мой взгляд, самый лучший, самая лучшая его часть, это силовой выход на два. Именно полностью выход силой. Без всяких рывков, стежков, скачков. Именно вы взяли, подтянули себя, и дальше сугубо работа кисти и верхнего плечевого пояса. Смотрим. То есть, опять-таки, руки у нас немножко шире плечей. И делаем выход на два. Подтянулись. Кистью закинули. Перевалили плечи и вышли. Еще раз. Главное в этом упражнении не дергать себя ногами. Вы только сделаете себя хуже и утащите себя вниз. То есть, не делать вот таких движений. Это вам как пример. На этом все. На этом заканчивается наш краткий экскурс «Выход на два». Качайтесь, развивайтесь, занимайтесь спортом. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нормально?